Валюша, нашел тебе на обзор специальное предложение для девочек в ленте. Happy Place, 200 рублей. О, корода. Корода с игрушками. Всем привет, друзья, с вами Закупыч, и сегодня у нас распаковочка в необычном месте. Думал, жене куплю такие игрушки, но потом подумал, слушайте, какие прикольные короны. Вы только посмотрите, короны по 200 рублей из ленты, Happy Place, Royal Trend. Я взял все разные, там, по-моему, еще есть даже несколько видов. В общем, корон много-много в ленте всевозможных, поэтому будьте аккуратны и давайте начнем распаковку. Так, с какой короны нам начать распаковку? Шишел-мышел, котик вышел. Ага, катилась апельсинка по городу и рынку. Ага, давайте с вот этой начнем. Вот такая Happy Place-ина. Интересно, что нас там ждет внутри. Я даже не знаю, что это такое. Наверное, там должны быть какие-нибудь фигурки прикольные. Но я так догадываюсь. О, у меня даже, видите, кухонный нож. Снимаем на кухне. Если кому нравится такой ракурс, то ставь лайк. Я еще в таких ракурсах никогда не снимал ничего. Так, и мы, получается, открываем... А, корона у нас здесь изнутри, да? Да, корона, получается, вот она. Вот такая принцесска. Коронка. А кто это делает? Мусс. Это делает мусс. Сделано в Вьетнаме. Вот такая корона из Вьетнама. Так, теперь у нас вот такие фигурочки. Открываем дальше, смотрим, смотрим. Опа, что-то выпало, что-то выпало. И все? И все, больше внутри ничего нету? Так, давайте посмотрим, что в бумажке написано. Открываю бумажку. А, и тут коллекция. И здесь нас ждет целая коллекция всяких няшечек, очаровашечек. Вот они какие. Хоп, видите, вот такие звери тут могут быть. А Happy Place как переводится? Они бывают тут по редкости или как? Limited Edition. О, вот они, золотые. Ну, сейчас будем разбираться. А редкость больше нигде не указана, да? Типа золотой. В общем, я не понял, где тут эта редкость указана. Вроде ее тут и нету. И пакет. Давайте открывать пакет. Фух. Опаньки. Открываем пакет. И кто же нам попадается? Вау! Посмотрите, кто это? Это тюлень. Тюлень с короной. Это типа он должен... А это его лежаночка получается. Он типа должен в этой короне лежать. И на всех смотреть вот так. Чик. Типа мяу-мяу. 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 А нет, тюлени как они делают? В общем, не знаю, как делают тюлени. Нашел я нашего тюленя. Зовут ее Диди Диамонт. Диамонт. Это принцесса. Типа это Диди ее зовут. Принцесса. Оп, она отправляется у нас в корону, а мы берем следующую корону. Happy Place. Я надеюсь, будет другая. Если будет повторка, то это будет, конечно, очень обидно, потому что я же не зря выбирал всех разных этих зверей. Аккуратно с руками. Чик. Чик. Как ты открываешься? Ой, как они тяжело открываются. Опа. И ножи надо потащить в квартире. Хоп. И получаем вот такую корону мы, совсем другую. Видите, она отличается по всем критериям. Красивая. Так. И опять бумажка. Но я думаю, бумажка будет точно такая же. Даже, наверное, нет смысла ее открывать. Ну да, она точно такая же. Limited Edition, все те же самые. Интересно, кто нам выпал внутри. Чик. Открываем. Вау, и это зайка-попрыгайка. Смотрите, какая зайка классная, с короной. Вау. Так, сейчас мы найдем ее в листовочке. Кто это у нас? А вот и наша зайка, зовут ее Монбун. Или это он? В общем, это Монбун, вот он, который слева. Он единственный так сидит. Тут у нас три зайца, видите, у них у всех разные позы. У нас вот такой красивый. Ну, мне кажется, не самый плохой заяц. И тоже его сажаем в корону. Чик. И он вот там сидит, смотрите, одни уши торчат. Как за пеньком эти зайцы раньше прятались. Хоп, ну можно вот так его посадить, чтобы было видно. Вот наша коллекция. Классно. Так, это что за мусор? И остается у нас последняя корона Happy Place. Давайте откроем ее. Освобождаем корону. Открыли. Открываем, открываем. Опять же, ну листовки даже не буду доставать теперь. Нам самое главное корону освободить. О, вот она. Чик, чик. Как вы думаете, 200 рублей дорого за это? Ведь тем более это красная цена. То есть, типа, в ленте это выгодное предложение считается. И я даже не знаю.
мальчикам как вам нравятся такие игрушки? Или только это девочкам нравятся такие игрушки? О, слоненок! Слушайте, слоненка не было, да? Классно, розовый слоненок. У него корона прям другая, то есть у нее... Ну, это она, наверное, потому что корона такая прям женская. О, а вот и наш слоненок Тинни Тиара. Тинни Тиара. Ну, кстати, слон вот этот, который на руках стоит, покруче. Я бы хотел, который на руках стоит. Ну, и такая пойдет. И сажаем ее в нашу короночку. Вау. Вот так она может из нее выглядывать. Ну, скорее всего, они должны сидеть вот так. Так, кстати, на ощупь они полностью из резины, то есть это не пластик, они резиновые. То есть если ее уронить, то есть, видите, она прыгает как мячик. Вот, то есть она даже не бьется по столу, она такая как прыгучая. Вот, ее можно посадить вот в корону, и они могут как на летучих тарелках летать. Так, и вот наша великолепная тройка. Д'Артаньян, Атос, Портос, а нет, Д'Артаньяна нету здесь. Это Атос, Портос и Арамис. Ну вот эта корона мне, кстати, больше всего не нравится. Вот у зайца самая прикольная корона. Во. А вам кто понравился больше всего? Давайте выберем лучшую корону, по-вашему. Какая корона самая прикольная? И какие зверята самые прикольные, как вы думаете? Ну не знаю, мой лидер заяц. О. Так, и все, и мы наших зверей отправляем в короны. Чик-чик-чик. А с вами был Закупыч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это было такое лайт-видео. Впереди еще будет много всего интересного. Всем пока-пока.